Давайте я вам еще поближе покажу это изделие на видео. Итак, у нас нет плечевых швов, отсутствуют боковые швы, отсутствуют швы на рукавах, круглая горловинка. Очень нежно все, очень воздушно. Сейчас расскажу подробненько о составе пряжи. Так, ну вот такой вот вид спереди, очень легкая, невесомая, вид сзади. Поместится в вашу маленькую, даже самую сумочку, согреет не хуже курточки. Мои дорогие любительницы вязания, и те, кто со мной уже давно и что-то уже даже связал, и те, кто недавно зашел на мой канал, сегодня мы снова будем вязать. Да, в этом выпуске вязания у нас будет. И вы не поверите, но вязать мы снова будем французскую кофточку. Она настолько популярна оказалась, и мне снова предоставилась возможность ее связать. Но в этот раз мы будем делать модель с круглым вырезом. Многие из вас уже писали мне в комментариях о том, что ой, какой хороший мастер-класс, но как жаль, что V-образный вырез, мы хотели бы круглый. Так вот, сегодня я продублирую мастер-класс, и мы сделаем его с круглым вырезом. Вязать мы будем из совершенно потрясающей пряжи, вернее, ее комбинации. Она вот просто нереально нежная. Мне жалко, что вы не можете ее пощупать через видео. Итак, что за комбинация у нас? Это натуральный кашемир. Да? Очень тоненькая нить, посмотрите. Сейчас я вам подробненько все покажу по метражу. И это мохер на шелке. И вот вместе они дают совершенно потрясающее воздушное такое сочетание. Очень приятно вязать. Очень. Давайте начнем с самого большого мотка, с кашемира. Итак, смотрим внимательно. На 100 грамм у нас 1400 метров. Вот такая вот толщина ниточки. Так, и что касается мохера на шелке. Чудеснейшая итальянская пряжа. По составу давайте посмотрим. 70% суперкид мохер, 30% шелк. Так, оттеночек, если кому-то понравился, 922-й. Сейчас, где у нас вся эта информация самая важная? А, вот она. Значит, 25 грамм моточек, 210 метров. Вот такие у нас характеристики. Дальше, что мы имеем? Мы имеем образец, который я уже постирала. Мы остановились на плотности вязания, вот та, что сверху. Это показалось более рыхлым образцом. Вот эта часть. Поэтому вяжем вот таким вот образом. Значит, по спицам. У меня столько спиц, девочки, ни одни из них, к сожалению, не пронумерованы, но я предполагаю, что это троечка. Давайте мы сейчас вместе с вами определим, какими спицами это связано. Так, неудачно. Вот, прокололи дырочку. Так. Так, так, так. Сейчас возьму свою линейку. Правда, швейную только большая осталась. Ну вот, давайте померим нашу дырочку. Так, ну это 2,5. Это не двойка. Это 2,5. Еще разочек. До конца я ее пройду. Да, это 2,5. Вот 2,5 миллиметра, видите, наш диаметр. Это спицы будут 2,5. Итак, образец уже связан и постиран. Ниточка очень хорошо себя ведет, распушилась в холодной воде. Я ее пожулькала, пожмякала, в расправленном виде высушила. И мы имеем, я уже замерила перед видео, перед съемкой, но уже забыла. Значит, в 10 сантиметрах у нас, по-моему, 23 петли я насчитала. По-моему, 23 петли. Так. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... 20, 22. Так, 22 все-таки. Да? Вязать мы с вами будем размер 44, самый ходовой. Это значит, что по
объему груди у нас будет изделие равно 90 сантиметров, плюс я даю прибавочку небольшую на свободу облегания 5 сантиметров. Итого наше изделие, ну правда сюда же уже и планочки войдут, вот этот захлёст небольшой, планка, то есть застежка на пуговках. То есть наше изделие будет плюс-минус в ширину, по ширине 95 сантиметров. Девочки, еще один момент. У меня такая плотность вязания получилась на спицах 2,5. Возможно, вам для достижения такой же плотности вязания потребуются спицы, например, троечка или даже 3,5. То есть здесь, конечно, все индивидуально, как вы вяжете. А если вам нужен размер побольше, то я думаю, вы можете вязать вместе со мной по моим расчетам готовым, но на спицах более крупных у вас получится тогда уже, смотрите, более широкое, да, вязание, то есть тот же набор будет петель, то же количество петель, но более объемное изделие получится у вас по размеру. Что смотрите. Набираем петли. Петли набираем итальянским способом. Свободный кончик нити оставьте 3,5 метра, перекиньте его на большой пальчик, клубочки идут, нить от клубочков ложится на указательный. Так, берем спицу, повторяем движение за мной, образуем скрещивание, ныряем, получаем первую петлю. Теперь с этой стороны. Набираем 219 петель. Набрано 219 петель. Поворачиваем наше будущее изделие. Закручиваем вот так вот ниточку, чтобы первая петелька никуда не потерялась. Так вот снимаем ее. Дальше. Вот эта петля у нас, это аналог будущей изнаночной петли. Мы ее снимаем, нить перед вязанием. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем нить перед вязанием, лицевую провязываем. Вяжем первый ряд. Довязали первый ряд, поворачиваем изделие. Вяжем второй ряд резиночки. Первую петлю снимаем, далее идет лицевая, ее провязываем. Изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, нить перед работой. Вяжем второй ряд. Вяжем третий ряд. Третий ряд – это наш изнаночный ряд. Вновь изнаночную снимаем, нить перед работой. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевую провязываем. В четвертом ряду провязываем все петли такими, какие они есть. Первую снимаем, лицевую провязываем лицевой, изнаночную провязываем изнаночной. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее будем повторять третий и четвертый ряд. Когда вы провяжете 1,5-2 сантиметра, настанет время делать петельку для пуговицы. Итак, я в лицевом ряду. Как определить, что это лицевой ряд? После кромочной петли сразу же идет лицевая. Вот видите, лицевые петельки идут. Первые 10 петель, 2, 4, 6, 8, 10, вот до сих пор, это наша планочка. Значит, на этой стороне у нас будут петельки, а вот на этой стороне у нас будут пуговки. То есть петельки вот так вот сверху будут находить на пуговке. Если это приложить к себе, так, вот давайте вот я к себе приложу, как раз получается захлёст справа налево. Правильно? Хорошо. Делаем петлю для пуговицы. Провязываем первые 5 петель планочки, как обычно. В лицевом ряду мы провязываем петли, каковы они являются. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем изделие. Провязываем изнаночный ряд. В изнаночном ряду, помните, да?
Изнаночные снимаю. Так. Хорошо. Снова разворачиваем. Снова провязываем только первые 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, в принципе, вот эту петельку можно уже вот так вот лицевой провязать. Она у нас как кромочная уже здесь, видите, будет. Снова возвращаемся. 1, 2. Так, вру. Изнаночную петлю снимаем. 3, 4, 5. Хорошо. То есть правую стеночку петельки для пуговки мы провязали. Сейчас будем вязать левую сторону. Так. Вяжем лицевой ряд. Так, ну здесь давайте тоже вот эту петельку я провяжу. Она у нас будет крайней. А далее мы сделаем с вами 2 накида. 2 накида. И будем дальше вязать лицевой ряд до конца. Все. Когда вы провяжете лицевой ряд, развернетесь. И в изнаночном ряду снова подойдете к нашей петле, но уже с другой стороны. То мы вот этот вот накид, один из накидов, который крайний, мы провяжем его вместе с последней петлей. Вот, теперь у нас остался один накид. А мы снова разворачиваемся. Снова повернули. И вновь вяжем. Видите, как у нас стеночка оформилась с этой стороны и с этой уже оформляется. И вновь вяжем лицевой ряд, в котором у нас, напомню, изнаночные петельки изнаночными вяжем, а лицевые лицевыми. И снова в изнаночном ряду мы подошли к петельке для пуговицы. И у нас остался еще один накид. Давайте провяжем его тоже, последнюю петлю вместе с накидом одновременно. Вот так вот. И мы можем уже объединить. Так, это у нас изнаночный ряд. Значит, это у нас петелька, помните, да, лицевая была. Значит, мы ее уже давайте вязать как лицевую. Вот так вот. Это у нас будет изнаночную. Мы снимаем. Лицевая. Изнаночная, лицевая. Так, давайте развернем. Вот что у нас получилось в лицевом ряду. Так, ну вот здесь вот я чуть-чуть хочу вот эту петельку сейчас переделаем. Давайте. Все, вяжем как обычно. Значит, лицевой ряд, все петли провязываются, какими они есть. Так, изнаночная. И смотрите, вот здесь вот я хочу сделать все же лицевую петлю. Вот так вот. Это будет аккуратнее. Так. Это у нас что значит? Изнаночную мы сняли, лицевую. Все, изнаночная, лицевая. Так, ну что у нас получилось? Вот у нас получилась такая петелька чудесная. Я провязала резиночку необходимой высоты. Ну, вот в моем случае это 5,5, почти 6 сантиметров. Так, и я остановилась в изнаночном ряду. Вот мой изнаночный ряд. Мы сейчас с вами провяжем ряд разделительный. То есть он будет разделять у нас резиночку от основного рисунка. Первые 10 петель мы провяжем, как обычно, резиночкой, потому что это наша планка. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Так, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Вот, это наша планочка. Я надену сразу же, давайте сюда маркер. И вы наденете, не спутаетесь. Следующую петельку я провяжу лицевой. Первая петля после планочки, она всегда будет в изнаночном ряду лицевой.
а в лицевом ряду всегда она будет изнаночной. Она будет отделять планку от рисунка. Далее мы вяжем 48 петель изнаночными петлями. Почему 48 петель? Да потому что это будут петельки нашей полочки. И я снова одеваю маркер. Полочка, кстати сказать, это будет, так получается, если приложить, левая. Далее мы провязываем 103 изнаночной петли. Это будет наша спинка. И тоже наденем маркер. Так, вот мои 103 петли. Я их провязала. Одеваю снова маркер. Далее снова провязываем 48 петель правой полочки и тоже оденем маркер. Маркеры расставлены. Мы отделили правую полочку от спинки и от левой полочки. В лицевом ряду находимся. И сейчас мы будем вязать рисунок. Давайте для начала сделаем скриншот. Ну вот давайте вот так вот сделайте скриншот. И давайте я поясню вязание, все значки, все обозначения. Итак, первые 10 петель планки вяжем так же, как резинку. Мы находимся сейчас в лицевом ряду, поэтому лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Два, четыре, шесть, восемь, десять. Первые 10 петель. Следующая петелька, вы помните, я о ней говорила. Так, маркер перебрасываем. Она всегда у нас будет изнаночной, на лицевой стороне. Она будет отделять планку от рисунка. Провяжем ее изнаночной. А вот теперь начнем вязать рисунок. Вот наша изнаночная петелька, которую мы только что провязали. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4 лицевых петли. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Дальше вот такой значок, так, немножко отсвечивает, обозначает, нужно провязать 2 лицевых петли вместе с наклоном влево. Вот куда наклонена палочка, туда и наклоняем. Вот 2 петли одним разом я провязываю. Дальше кругляшок означает накид. Делаем накид. Далее пустая клеточка — это лицевая петля. Далее снова накид и 2 петли вместе с наклоном уже вправо. Так. Дальше. Две пустых клеточки, это 2 лицевые. Раз, два. Далее накид, 1 лицевая, 2 петли одновременно с наклоном вправо. Далее раз, два, три, четыре, пять, 6 лицевых. Раз, два, три. 4, 5, 6. 2 вместе. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. 2 вместе. Наклон влево. И так далее до конца правой полочки, до самого маркера. Проверьте, проконтролируйте, чтобы после 10 петель планочки у вас провязались бы 48 петель и здесь стоял бы маркер. Провязан первый ряд правой полочки. Вот я дошла до маркера. От маркера до маркера у меня 48 петель. Начинаем вязать спинку. Так, сделайте сейчас скриншот спинки. Так. Ну вот так вот все помещается. Единственное, чуть отсвечивает. Вот так вот. Итак, как мы вяжем спинку? Давайте поясню.
Первые 5 петель лицевые. Далее вяжем первый блок рисунка, второй блок рисунка. Снова первый, чередуем второй. Снова провязываем первый. Вот они пронумерованы. И в конце спинки у нас останется 1, 2, 3, 4, 5 лицевых петель. И здесь мы должны прийти к маркеру. Итого 103 петли по спинке. Условные обозначения у нас пока что все повторяются. Я их все вам показала. Поэтому вяжем спинку. Давайте начну с вами. Так, мой маркер. Так, первые 5 петель лицевые. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше давайте вместе по рисунку следить. Накид, лицевая. 2 вместе с наклоном. 6 лицевых. 2, 3, 4, 5. 6. Так, снова 2 вместе накид. Ой, 2 вместе наклон вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе наклон влево. Снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе наклон влево, лицевая, накид. Вот мы провязали первый блок рисунка. Второй блок рисунка. Лицевая, лицевая. 2 вместе, накид. Лицевая, накид. 2 вместе, 2 лицевых. Мы провязали второй блок рисунка. Далее нам снова нужно взять первый. Значит, возвращаемся вот к этой отметочке и снова провязываем первый, затем второй и еще раз первый блок. Закончим 5 лицевыми петельками. Мы дошли до маркера, и нам осталось связать левую полочку. Сделайте скриншот. Так. Начинаем мы с 4 лицевых. Далее вяжем по рисунку. Я думаю, вы уже разучили эти условные обозначения. Не забывайте, что петелька между планкой и рисунком будет изнаночной. И заканчиваем левую полочку провязыванием планки. Итак, я провязала первый ряд. Переворачиваем изделие. Во втором ряду у нас все петельки будут... Получается изнаночные. В лицевой стороне, на лицевой стороне они будут выглядеть лицевыми. Так, а мы сейчас будем их вязать изнаночными. Планку вяжем по рисунку резинки. Так. Хорошо. Дальше не забываем петлю разделительную. Провязываем лицевой, чтобы на лицевой стороне она была изнаночной. Все, и далее основные все петли вяжем изнаночными. Не забудьте с другой стороны, вот с этой стороны, тоже петельку перед маркером провязать лицевой. Петелька, разделяющая планку и рисунок. Я провязала изнаночный ряд, и я уже в третьем ряду рисунка. Вот наш третий ряд. Что касается условных обозначений, они все повторяются. Вяжем по рисунку, по скриншотам, которые вы отсняли. Или, может быть, нажмите на паузу и перерисуйте себе эти схемы, как вам удобно. Давайте встретимся с вами теперь в пятом ряду, и я покажу, как вязать вот эти вот условные обозначения. Давайте, девочки, я провяжу еще с вами третий ряд, потому что вспомнила, писали мне в комментариях, что такой трудный рисунок, а вы так мало его показываете, как вязать. Хотя, с другой стороны, если рисунок трудный, то, наверное, не стоит браться за кофты пока что. Рисунок, на самом деле, очень простой. Давайте я покажу еще, как я вяжу третий ряд на примере. У меня уже, правда, по счету
какой это уже? Раз, два, три, четыре, пять, шестой же раппорт. Ну, давайте покажу. Итак, первые 10 петель это планка. 2, 3, 4, 5. Сейчас про петли тоже расскажу все. 6, 7, 8, 9, 10. Далее изнаночные петельки наши, помним, да? Так. Дальше мне нужно провязать с вами. Вот смотрите, здесь удобно у меня пронумеровано. Сколько петель получается? 13. Вместе с изнаночной 13 петель. Но я даже не считаю эти петли. Давайте вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Я знаю, что вот мой накид из первого ряда. Вот рядышком я буду делать следующий. Вот он по рисунку будет один над другим располагаться. Далее, одна лицевая. Две вместе, наклон вправо. Между ними 4 лицевых. Раз, два, три, 4. Две вместе, наклон вправо. Лицевая. Накид. Лицевая, накид, 2 вместе, наклон влево, накид. Так, что у нас там снова? Накид, ага, лицевая. И снова 2 вместе, наклон влево. Далее идут 4 лицевых. Пустые клеточки, это лицевые. Раз, 2, 3, 4. И вот я знаю даже по предыдущему ряду, что вот я уже должна вот здесь вот провязать 2 петельки вместе. Так, 1 лицевая, накид. Далее, у нас все лицевые. Все, и вот я приближаюсь к маркеру, к своему, полочку провязана. Все, по спинке движемся точно так же. Вот мой первый накидик. Вот, значит, вот здесь вот я буду делать следующий. Вот в этой точке. Так? Хорошо. Итак, я в пятом ряду. Вот он мой пятый ряд. Вот он. И нас интересует вот этот символ. Этот. Это все одно и то же. Немножечко рисовала с наклоном его. Итак. В этом месте мы должны провязать 3 петли вместе одновременно. Так, вот мой накид предшествующий. Вот те 3 петельки, которые я буду провязывать вместе. Среднюю я помещаю поверх всех остальных петель. Вот она у меня сверху оказалась. И провязываю лицевой. Все. Вы можете сделать эти 3 петельки с наклоном. Хоть влево, хоть вправо. Без разницы. Это не очень будет видно, очевидно и понятно. Далее у меня снова накид. Лицевая. Накид. Лицевая. 2 вместе. Все по рисунку. Будьте внимательны, не допускайте ошибочки. Дальше по петлям. Я уже провязала такой кусок кофты, существенный, скажем. Вот здесь вы делали первую петлю. По моим расчетам, следующая петля располагается, начало следующей петли, от начала до начала у нас 9,5 сантиметров. Так, вот я взяла сантиметр. Вот. Начало до начала 9,5 сантиметров. При этом длина у нас изделия будет 58 сантиметров от высшей точки плеча до низа, и у нас будет 6 пуговиц. Если считать по петелькам, то от начала вот этой петельки до начала вот этой у меня так, 15 больших петель.
смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот, можно ориентироваться так. Так, далее снова провязываю такое же количество там, в сантиметрах, но уже в петлях ориентируюсь. Петельку сделала, и у меня получается уже 1, 2, 3, 4 петли. Вот 4 петли я уже вяжу. Ну а вязание проходит пока поворотными рядами. Лицевые, изнаночные ряды. Вот такой вот рисуночек должен получаться. Вяжите внимательно, не ошибайтесь. Итак, моей пушистой красоты становится все больше и больше. И когда вы от начала изделия, от низа провяжете, давайте я вам покажу, ну вот 37-38, очень подвижная пряжа, ну, в спокойном виде разложите ее. Вот 38 сантиметров провязали, да? У меня остановился, заканчиваю вязать 6 раппорт по счету получился. Возможно, у вас немножечко по-другому, это все зависит от плотности вязания. Так, и 4 петельки у меня получились. Так, вот они. Так вот, в этой точке настало время снять маркеры и вязать уже по отдельности. Отдельно вязать полочку. Затем, когда полочку свяжем, отдельно свяжем спинку, да, и отдельно левую полочку. Так, наши вот эти вот разрезы, которые здесь будут на месте маркеров, это будут наши будущие рукава. Итак, вяжем полочку, останавливаемся, доходим до маркера, разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд. Все, пока вот эти петли мы не трогаем. Они пока вне работы. Так, вот моя полочка. Правая получается, да? Вот, в этом месте спинку я оставила. Ну, на одних тех же спицах продолжаю вязать только полочку. При этом не забывайте делать петельки. Вот у меня уже подошел черед для пятой заключительной петельки на планке. И шестую петельку мы будем делать уже с вами на воротничке. Все, вяжем планочку. Итак, мы вяжем планочку. Вот я провязала здесь какое-то количество. Как определить какое? Отсчитайте от начала последней пуговки, так как мы вяжем их каждые 15 петель, да, у нас расстояние. Отсчитайте 12 петель. Так? Потому что это как раз то расстояние, которое необходимо еще на воротничок. И вот у нас вот здесь вот будет последняя шестая пуговка. У нас расстояние будет получиться равным. Так вот, когда это расстояние провязано, ну, получается здесь где-то сантиметров 7. Если всего у нас расстояние от начала до начала петельки 9,5, то здесь где-то будет 7 сантиметров. И в изнаночном ряду, вот вы будете вязать изнаночный ряд, оставьте недовязанными 10 петель планки и 2, 4, 6, 8, 10, 10 петель основного рисунка. Все, их уже не трогаем, мы начинаем вывязывать горловину. Так, единственное, что мне, наверное, хотелось бы здесь сделать, это такой вот, как же они называются эти ряды-то недовязанные. А вот такой вот сделать оборот нити, чтобы у нас в этом месте не было дыры. Вот так вот я обернула. И только теперь перехожу на лицевой ряд. Вот видите, такая зацепочка у нас получилась. Так, вяжем лицевой ряд. Ну, вяжем по рисунку. Здесь у нас получается 1, 2. Но должен начинаться накид, но его нет смысла провязывать, потому что мы в следующем ряду тоже уже эти петли прекратим в этой точке вязания. Поэтому вяжем, так, вяжем по рисунку. Я уже вот рисунок запомнила. Я понимаю, что вот в этом месте у меня будет накид. Значит, вот эти две петли провязываю вместе, лицевая. Накид, лицевая. Так, вяжем по рисунку. В общем, вяжем до конца ряда, разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд. Когда вы окажетесь в конце изнаночного ряда, смотрите, вот это наша зацепочка, которую мы сделали.
Оставьте непровязанными еще 3 петли. Итого у нас уже будет 13 непровязанных петель. Ну, я планку не учитываю. Вот закрепочка наша, чтобы не было дырочки. И вот 3 петли я не довязываю. Единственное тоже, я делаю вот такой вот захват, чтобы не было дыры в этом месте. Разворачиваю. Так, вот у нас уже 2 закрепочки. И у нас начинает формироваться небольшой поворот закругления. Все, вяжу лицевой ряд. Так, ну здесь тоже, наверное, не будет смысла пытаться вывязывать рисунок. Я имею в виду вот эти дырочки, что они сейчас все закроются здесь. Поэтому рисуночек у нас будет начинаться от ромбика. Все, вяжем и разворачиваемся в изнаночный ряд. Мы вновь в изнаночном ряду находим нашу последнюю закрепочку. Вот она. То есть, по идее, вот здесь мы остановились. Но теперь мы с вами будем не довязывать уже 2 петли. Так, 2 петли. Тоже давайте сделаем такой захват, чтобы не было дырочки у нас здесь. Так, разворачиваемся. Снова вяжем лицевой ряд. Далее у нас схема будет такая. Значит, 10 петель не провязали, затем 3 петли, затем 2 петли, снова 2 петли не провяжем, и затем не будем, будем каждый раз оставлять по одной петле, пока не дойдем до серединки вот этого ромбика по рисунку. Это получается у нас 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 петли у вас должно остаться для плечика. Вот, 24. Вот эти все петельки у нас должны будут уйти. Итак, я подхватила последнюю петельку. Вот она у меня. Видите, последний захват. Так, довязала до середины ромбика рисуночка. Здесь у меня осталось 24 петли. Ну, вот сейчас, если получится, покажу закругление на проволочке. Так, ну немножечко не очень хорошо видно, но видно. Вот оно, наше закругление, горловинка. И теперь, девочки, я заморочилась еще больше, я делаю анатомическую форму плечика. Что это значит? Это значит, что мое плечо будет вот так вот не по прямой идти и сшиваться. А плечико я хочу сделать под наклоном. То есть оно будет у меня... Вот сейчас я буду вот здесь вот петельки не довязывать, а здесь вязать. И у меня получится вот такой вот... Так, что-то я как-то криво стою. И у меня будет вот такой вот наклон. Буквально 2 сантиметра. Анатомический склон плечика. Как мы это сделаем? Итак, вот я в лицевом ряду последнюю петельку захватила. Вяжу лицевой ряд. А, кстати, можно еще одну петельку захватить здесь. Ну-ка, сейчас пересчитаю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20. А, ну 25 петель. Ладно, нормально. Пускай будет 25 петель. Так, тут у меня рисуночек идет. Не забываю, там, где рисуночек еще получается провязать, мы его провязываем. Так. А дальше смотрите. Так, вот. Оставляю на левой спице 6 петель непровязанных. Вот они у меня, 6 петелек. Делаю тоже вот такой вот захват крайней петли, чтобы не было дыры у нас. Так? Не провязываю 6 петель. Переворачиваю изделие. И вяжу изнаночный ряд. Так. Вяжите тоже до определенного момента. Помните, да? Там у нас горловинка. Мы тоже петельки не довязываем. Сейчас я покажу вам, в каком месте нам нужно будет остановиться.
Вяжем, вяжем, вяжем. Вот я нахожу здесь последнюю петельку снятую. Вот она. Значит, вот до сих пор я смело вяжу. Еще 6 петель провязываю. Так. Вот. Провязала. Все, эту уже петлю не вяжу. Это у меня горловинка, здесь наклон идет. Разворачиваю снова изделие. И теперь мы уже не 6 петель не провяжем, а уже 12. То есть эти 6 игнорируем, и еще 6 петелек будем игнорировать. И у нас будет образовываться потихонечку наклон. Потом снова 6 петель не будем провязывать в следующем уже лицевом ряду. И там получится, по-моему, еще один. И у нас как раз небольшой скос образуется с вами. Мое плечико готово. Вы знаете, я даже немножечко распустила и сделала каждые 4 петельки, не довязывала. Не 6 все-таки, а 4. Вот смотрите, 4, 4 зацепочка, 4. Потому что при 6 петлях, наверное, мне показался недостаточный наклон. Но тоже небольшой наклон будет при 6, тоже хорошо. Итак, отрезаем ниточку, оставьте ее подлиннее, нам она еще пригодится, скорее всего. И я решила, чтобы было мне удобно вязать дальше, я беру вспомогательную нить, крючок. А хотя даже, знаете, можно не вспомогательную нить, можно на эту же ниточку вот и все сделать. Я беру крючок. Так. И очень свободно, без усилий, протягиваю, техническая заминка, и протягиваем. Очень свободненько. Снова берем новую петельку и протягиваем. Снова новую петельку и протягиваем. Все, и наше плечико будет оформлено. То же самое можно будет сделать с горловинкой. Ну, только уже на дополнительную какую-то ниточку ее оденьте, чтобы могли мы дальше с вами вязать спинку. Итак, ну вот черновой вариант того, что у нас получилось. Наша горловинка. Да? Здесь мы будем вывязывать воротничок аккуратненько. Вот наше плечико. Видите, оно расположено немножечко под наклоном анатомическим. Мы потом с вами еще рукавчик свяжем тоже под наклончиком. И давайте померим. Я рассчитывала на пройму в районе 19 сантиметров. Так. Ну да, вот они мои 19 сантиметров. Примерно так и вышло. Здесь мы с вами сделаем незаметный соединительный шов. Аккуратненько. Шва не будет, то есть бокового шва у нас нет. Плечевого шва тоже не будет. И на рукавах не будет швов. Все, значит, мы остановились наше вязание, когда полочку начали вязать на спинке. Вот здесь мы остановились, бросили спинку. Вот в этой же точке мы и начинаем вязать спинку. Точнее, мы ее продолжаем вязать. Вяжем до маркера. В этой точке разворачиваемся. Левую полочку игнорируем, не трогаем. И провязываем спинку. Ну, а тем временем я провязала спинку. Провязала ее на высоту 3 раппорта узора. Вот примерно наш уровень будет. То есть спинка будет начинаться вот здесь. Вот. А вот наша разница будет между горловинкой спинки и переда. Как мы теперь будем вязать? Так. Сперва провяжем 25 петель плечика. Так. Вот здесь у меня все-таки 25 петель осталось. Ну, если 24 осталось, то 24 провяжите. Итак, провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. У меня как раз новый раппорт начинается, поэтому не забываю про рисунок. Вяжу с рисуночком. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25. Хорошо, это наше плечико. А теперь мы еще провяжем с вами, давайте прям по схемке, как мы будем закруглять эту горловинку на спинке. 1, 1, 1, 2 петельки и 3. Получается 8 петель. Вот именно в такой последовательности мы будем делать потом закрытие. Итак, 8 петель нам надо еще провязать. Так, по рисунку вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вот так вот. Хорошо, разворачиваем вязание. Изнаночный ряд провязываем целиком, весь, как обычно. Снова в лицевом ряду. И нам нужно будет не довязать наше плечико. Так, вот оно, да, было вот здесь. Три последних петельки надо будет не довязать. Развернуться и пойти в изнаночный ряд. Давайте вместе провяжем. Не забываем про вывязывание рисунка. Одновременно держим в голове и убавление петель, и вывязывание по схеме. Я думаю, к этому времени вы уже разучили и запомнили, как вывязывать рисунок. Так, приближаюсь к концу. 4. Так, где он у меня? Вот он. Видите, тут граница. Так. И вот они, 3 петли, которые я не буду довязывать. Я сделаю, правда, вот такой вот захлёст, чтобы не было дыры у нас. Да? Переверну. Провяжу изнаночный ряд до конца. В следующем лицевом ряду я не провяжу, уже получится у меня 5 петель. Вот мои первые 3. Теперь я вот эти 2 петли не буду провязывать. То есть дойду до сюда. Рисунок уже здесь нет смысла вывязывать. Делаю захлёст, чтобы не было дыры. Вот. У меня уже не провязано 5 петель общей сложности. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующих лицевых рядах я не буду провязывать 3 раза по одной петле. Конечно же, не забываем параллельно, значит, с вывязыванием горловинки спинки. Вот они, видите, у меня уже 2 петельки, значит, вот 3, вот мои 2 петельки, вот по одной я уже делала зацепочки. С этой стороны, со стороны рукавчика, помните, да, мы делаем анатомическую форму. Значит, сейчас вот у меня изнаночный ряд будет, я не провяжу 4 петли, развернусь, потом еще 4, потом еще 4, у меня тоже сформируется наклончик небольшой. Вот это будет мое анатомическое плечико со скосом, ну, спицы изгибаются, плохо видно, но вот он, наклончик есть. Так, а это горловинка по спинке. Вот видите, у нас закругление какое получилось. Я перебросила все петельки, которые у нас остались, на вспомогательную нить. Итак, мы давайте теперь свяжем второе плечико по спинке. Мы провязываем лицевой ряд вот отсюда. Далее в изнаночном ряду разворачиваемся и не довязываем сперва 3 петли, затем снова провязываем лицевой, снова поворачиваемся во втором изнаночном, не довязываем 2 петли и в последующих изнаночных рядах 3 раза по одной петельке. У нас останется плечико из 25 петель, не забываем делать скос по этой стороне. То есть все то же самое, как мы сейчас связали вот это плечо. Итак, спинку мы победили. Вот наши 2 плечика. Вот наша горловинка. Сейчас она кажется достаточно широкой. Но не забываем, что здесь у нас будет еще воротничок.
где-то около 5 сантиметров. Так, и мы подошли к оставшейся части, к оставшейся полочке, которую нужно тоже довязать до горловинки и оформить ее точно так же, как мы делали с вами правую полочку. Да? Когда будем вывязывать горловинку, не забывайте про анатомическое плечико. Хотя вообще его делать не обязательно. Если хотите, вы можете сделать его прямым. Вязание мы начнем с вами вот отсюда. Где мы остановились, где мы бросили, там и продолжим. Вот с лицевого ряда. Сделать еще для вас один пояснительный кадр по полочке, по левой. То есть смотрите, если мы в правой полочке не довязывали с изнаночной стороны петельки, то сейчас мы их не довязываем с лицевой. Вот я провязала две высоты раппорта левой полочки. Мне пора начинать делать закругление по горловинке. И вот я дохожу до места, помните, планочка и 10 петель от планочки. Я их не довязываю, делаю зацепочку. Зацепочку уже делаю, смотрите, с лицевой стороны. То есть не сзади вперед ее перекидываю, а спереда вон туда вот назад ниточка уйдет у меня. Вот она. Все, ой, спустилась петелька. И вяжу изнаночный ряд. Далее в следующем лицевом я не провязываю, сколько там у меня, по-моему, 3 идет по схемке петельки. В следующем лицевом 2 раза по 2 и там по одной петле. Уже сама забыла, надо будет посмотреть правую полочку. Ну вот пока такой у нас сырой, страшненький вид у горловины. Да, вот что у нас получилось. И смотрите, как мы сейчас красиво сошьем плечевой шов. Ну, те, кто со мной уже не первую кофту и не первое изделие делают, этот шов уже знают. Может быть, вообще знаете этот шов. Видите, никаких утолщений. Все словно у нас тут единая вязка. Да, наша цель связать изделие максимально без швов. И вот смотрите, на втором плечике, на примере второго плечика, я вам сейчас покажу, как это сделать. Итак. Ниточку протягиваем в петлю, пускай это будет у вас, если в начале ряда, то это первая петля. Дальше вводим ее в петельку из другого противоположного плечика и подхватываем новую петлю. Протягиваем нить. Так. Эти петельки можно снять. Снова находим предыдущую петлю, вот она у нас была, подхватываем новую, протягиваем аккуратненько нить, особенно если она у вас такая же пушистая, как у меня. Так, хорошо, то можно петельку снять. Теперь идем к этому плечику. Вот предыдущая петелька, из которой мы выходили. Ныряем в нее и подхватываем новую. Аккуратненько протягиваем. Так. Снова в той, что были. Подхватываем новую. Так, таких вещей старайтесь не допускать, потом тяжело распутать. Вот. И по такому принципу у вас сошьется плечико до линии проймы. Дальше давайте займемся обработкой горловины. Вот эти петельки, они у меня были на вот этой вспомогательной веревочке. Я ее распустила, сняла и снова одела на спицу. Вот в этом участке, вот в этом, давайте с другой стороны покажу, у нас петелек нет. Да, потому что здесь мы просто вязали ряды уже без убавлений и петельки не сохранялись. Поэтому в этом кусочке я набрала петельки из, смотрите, вот буквально кромочная, да, и через одну я сделала недостающий набор петель. Сейчас я вам покажу на другом плече, как я это делала. Далее у нас спинка идет. Я тоже распускаю эту ниточку аккуратненько. Так, и все эти петли сейчас одену тоже на спицу. И давайте тогда вот на этом плечике я вам покажу, как я набирала петли. Так, вот горловинка с правой стороны уже набрана у меня, да? Планочка идет через плечико.
На спинку я пересняла все петельки. Вот они. Так, и давайте теперь вот здесь вот мы наберем недостающие. Как я это буду делать? Мы это делаем без дополнительной нити, просто подхватываем петли из-под вот этих вот кромочных. Так, ну вот давайте первую петельку мне хочется, наверное, вот здесь вот поймать. Дальше сильно часто этого не делайте, потому что это все-таки резиночка у нас будет. Давайте вот здесь вот и через одну. Вот одну пропускаю, одну беру. Одну пропускаю, одну беру. Так, здесь можно уже сюда перейти. Раз, два. Ну и вот, вот здесь мне хочется. Вот, наверное, все-таки здесь будет сильно большое расстояние. Наверное, еще одну. Хочется петельку сделать вот здесь вот, давайте. Все, эти петли переснимаем. Так. Маркер нам уже не нужен, потому что мы сейчас все будем вязать одинаково резиночкой. Так. Ну вот, перевернула кофточку. Вот такая вот у нас сейчас получается, пока очень широкая, горловинка. Мы сейчас будем вязать, и она примет нужную форму. Надеюсь. Надеюсь, что примет. Все, вяжем по кругу. Вяжем таким же рисунком, как мы вязали с вами вот планочку, да, и резиночку. Единственное, может быть, я порекомендую здесь вязать чуть более поплотнее, да, чтобы нам в итоге выйти к более узкой горловинке. Да? Давайте, девочки, с горловиной сделаем дубль 2. Мне не очень понравилась вот эта вот дырявость, которая была в этом месте, когда набрала петли. В общем, я все это дело решила по-другому сделать. Честно, делаю первый раз, делаю на ощупь такую горловинку. Видела, как на фабричных изделиях это выглядит. Вот пытаюсь повторить. Итак, все вот эти петельки, которые у нас были открытые, я их крючком все-таки закрыла. Здесь, здесь и здесь. Вот у меня одна петля осталась. Я ее тут ниточкой подхватила. Сейчас ее зацеплю, зафиксирую. Я решила все-таки по всему периметру окружности нашей горловинки набирать петли. И набирать, знаете как? Так, чтобы у нас... И с этой стороны закрыт был вот этот шов. И здесь красивенько все было. Значит, мы пока планочки наши не трогаем. Давайте возьмем нить новую. И будем сейчас делать, знаете, такой как будто бы двойной набор. Так, ну как я это представляю? Значит, вот моя закрытая петелька последняя. Я ее потом соединю с петелькой планки. Ну вот, первая петля. Здесь у меня кончик нити. Вот, первую петлю сделала. И накид. То есть я вот этой петелькой закрою потом шов с этой стороны. Снова давайте. Петля. Получается накид. Петля. Накид. Петля. Накид. То есть мы набираем, получается, в два раза больше петель. А потом мы все соединим. Ну, соединим, то есть по две будем провязывать. Петля, накид. Петля, накид. Петля, накид. Ну и так пойдемте по всему горлышку. Не плечевого шва, там, где у нас не было ни петель, ни закрывать их не пришлось. Я делаю через одну. Смотрите. Набираю накид. Одну пропускаю. Следующую набираю накид. Следующую набираю накид. Петля накид. Так. Набрали по длине всей горловинки
петли, провязали планочку, развернули изделие. Будем вязать теперь вот как. Значит, первые 10 петель планки вяжем как обычно. Значит, это изнаночная сторона, изнаночные петли снимаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А дальше нам будет, надо будет буквально рядочек или два провязать так называемой полурезинкой. То есть у нас на стороне накидов пойдет своя сторона вязания. И по стороне вот этих петелек будет совершенно вывязываться отдельная сторона. Ну, давайте покажу, как это делается. Значит, вот первая петля у меня, смотрите, это петелька, которая вот с этой стороны выходит. Я ее буду вот так вот снимать, не провязывая. Так, единственное, что у меня получится две петли. И эта петля снимается, и эта. Это не очень хорошо. Так, как же нам тогда сделать здесь? Давайте тогда ее провяжем изнаночной, чтобы она у нас на этой стороне была лицевой. Так, дальше. А дальше у нас идет, получается, еще одна петля, потусторонняя, буду ее называть. Мы ее снимаем, а накидик провязываем лицевой. Снова петельку, которая выходит у нас вот из этой стороны, я ее снимаю, а вот накид провязываю лицевой. Снова снимаю, накид лицевой. Получится, мы сейчас с вами провязываем только вот эту сторону петелек по изнаночной стороне. Довязали до конца. Планочку провязали по рисунку. Развернули изделие. Снова первые 10 петель планочки вяжем по рисунку. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, отлично. А теперь вот эти петельки, те, что у нас относятся к этой стороне, вот к этой, к изнаночной, мы снимаем, а вот эти петельки провязываем лицевыми. Снова эту снимаем, эту провязываем. У нас получается две стеночки отдельно, независимые друг от друга, будут вывязываться. Так, так вот. Все, вяжем так до конца ряда. Вязали лицевой ряд до конца. Разворачиваемся. Давайте еще разочек проделаем то же самое в изнаночном и в лицевом ряду. Вот как только что мы связали два ряда. Планка по рисунку. Так. Так, 2, 4, 6, 8, 9. Так, так, 2, 4, 6, 8, 10. Так, дальше у нас что? Так, ну, лицевая здесь петелька у меня шла, я ее лицевой провяжу. Итак, изнаночную снимаем. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, лицевые провязываем. И то же самое проделаем потом еще раз в лицевом ряду. Вот. Вот, так мне нравится гораздо больше. У нас оформлен какой, да? Закругление. Значит, мы провязали по 2 рядочка здесь, 2 рядочка здесь, итого 4. Теперь давайте мы провяжем ряд, который бы у нас избавил нас от такого двойного количества петель. Здесь можно как поступить? Можно провязать все лицевые петельки, я не имею в виду планку, планку вяжем по рисунку. Либо можно провязать изнаночными.
Ну, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы выглядела вот эта сторона. Я, наверное, предпочту, чтобы у меня на лице был лицевой, наверное, ряд. Значит, планку давайте мы провяжем, как обычно. Так, сейчас, секундочку. Так, лицевая, изнаночную снимаем. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 2, 4, 6, 8, 10 петель. Хорошо. А дальше. Так, ну, наверное, как нам сделать... Так, значит, эту петельку мы будем вязать с вами тоже изнаночная. А вот у нас пошли уже парные петельки. Вот так вот я провязываю их тоже изнаночными. Здесь вот немножко мне тоже надо было накид сделать один. То есть, вот мы объединяем наши парные петельки. И получается, давайте еще немножечко провяжем. Мы объединим планку с горловинкой, и у нас же будет все будем вязать одинаково рисунком планки, резиночкой такой. Да, вот так вот. Все, вяжем. Хотя можно сделать вот чтобы изнаночные петельки были здесь. Наверное, тоже будет красиво. Да? Сейчас попробуем. Смотрим, что у нас получилось. Знаете, вот я не буду скромничать, просто бомба, мне нравится. При том, что я делаю это впервые. Никогда я не вязала горловинку, кардиганчик с горловинкой под горлышко, но я примерно представляла, как это можно сделать. Но вот впервые я реализовываю эти замыслы. Смотрите, с изнаночной стороны, вон, идеал, просто супер. Нет вот этих швов торчащих, все спрятано, все под вязанием. Здесь у нас красивенький будет лейбл. Чудесно. И с лицевой стороны мы все-все спрятали. И планочка у нас так лаконично, так красивенько перетекает из основного рисуночка, перейдет сейчас сюда в горловинку. Все, я все-таки решила изнаночные петельки оставить с изнаночной стороны, а по лицу у меня будут просто лицевые идти. Так, и сейчас все, сейчас проще простого. Вяжем рисунком планочки, высота, ну, где-то вот 4 сантиметра можно смело связать. Не забываем нам еще петельку здесь сделать. Покажу как. Я провязала несколько рядов. Напомню, в лицевых вяжем лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную. С изнаночной стороны лицевые петли провязываем, изнаночные снимаем. Все как на планке. И настало время провязать следующую петельку. Но мы ее теперь будем делать не вертикальную, а горизонтальную. Ну, горизонтальная петля делается гораздо проще, чем вертикальная. Итак, первые, ну, давайте 5 петель провяжем. 1, 2, 3. Хотя, знаете, мне хочется на лицевой остановиться. 4. Хотя, наверное, будет мало. Давайте 5 все-таки. 5. Так. А дальше... Мы вот так вот закроем с вами. Раз. Так. Два. Три петельки закроем. Так. Вот так вот. Дальше мы вяжем по рисунку, по схеме. Может быть, даже, знаете, 3, может быть, даже давайте 4 попробуем. Все-таки не 3 петли закроем, а давайте еще одну. 4. Вот так вот. Так. И дальше вяжем по схемке, по рисунку. Так, вяжем до конца ряда, разворачиваемся, вяжем изнаночной. И подойдем сюда, покажу, что делать. В изнаночном ряду сделаем столько же новых петель, сколько мы закрыли. 1,
два, три, четыре. Вот такими вот набросами, накидами. Так, дальше у нас что идет? Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. По рисунку закончили. Переворачиваем снова лицевой ряд. Так, ну и продолжаем вязать наши новые петли по рисунку. Вписываем их в рисунок. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот мы снова выходим на лицевую. Все, вяжем дальше по рисунку. Вот наша петелька будет. Последняя, шестая. После вывязывания петли провяжите еще 2 сантиметра. И последние 2 рядочка провяжите по принципу изнаночной стороны. Лицевые провязываем, изнаночные снимаем. И дальше можно начать с лицевого ряда. Можно в изнаночном ряду, то есть 2-3 рядка можно таких провязать. Начнем закрепление петель. Называется этот способ итальянский. Вводим иголочку в изнаночную петельку. Далее вводим в лицевую. В начале ряда лицевой нет, поэтому мы в нее не вводим, а сразу же будем вводить вот в эту, в следующую лицевую. Так. Ниточку причем отрежьте достаточно длинную. И снова вводим вот в эту вот изнаночную. Справа налево. Снимаем. Снова вводим нить в изнаночную петлю. Сильно не затягивайте. Свободненько нить идет. Вот наша последняя была лицевая. Снова вводим в лицевую. Так. И снова в изнаночную, справа налево. Снимаем обе петли. Вот у нас получается такое красивое завершение нашей резиночки, аккуратное. Не забудьте 2-3 последних ряда провязать как изнаночные для такого закрепления. Можно, конечно же, и без этого, но будет менее аккуратно. Давайте сделаем еще одну петлю вместе. Пойдем к рукавам. Снимаем. Видите, какая верхушечка красивая. Все. Работаем так со всей горловинкой. Вот такая получилась горловина. Здесь мы пришьем пуговку. Будет окончательный вариант. Видите, достаточно хорошо держит форму. По краю не растягивается. Теперь давайте перейдем к рукаву. Вот здесь вот на уровне плечевого шва у меня остались ниточки, которыми мы делали этот соединительный шов. Так, вот возьмите ту, что подлиннее, и нарастите ее новым моточком. Или просто возьмите новый моточек от самого начала. Как мы будем набирать петли для рукава? Значит, вот наша пройма. И по периметру проймы мы сейчас должны набрать петельки.
Здесь главный принцип такой. Петель не должно быть слишком мало, чтобы рукав стал узким. И не должно быть слишком много, иначе он будет торчать, топорщить. Поэтому мы выбираем вот эту точку между кромочными петельками и первыми в ряду. Так, вот так вот я ловлю первую петлю. Далее одну пропускаем, следующую ловим. Далее подряд берем. Одну пропускаем. Две подряд набираем. Одну пропускаем. Снова две подряд. Следующую пропускаем. Вот таким образом. Петельки набраны. И теперь мы первый ряд провяжем лицевыми петлями. Так, здесь все просто. Далее я вам предложу для начала простой вариант вязания рукава. Вы просто... кстати, у нас получилось порядка 80 петель, может быть 79, может быть 81, то есть плюс-минус. Мы берем за серединку, за основу рисунка, среднюю петельку на рукаве, вот этот ромбик. Сейчас я покажу на изделии. Так, вот мой готовый уже связанный рукавчик, вот это плечевой шов. Мы выбираем среднюю петельку, серединку плечевого шва. Посчитайте по петелькам, то есть вот, да, разложите. И эта средняя петелька, это отправная точка. Отсюда мы будем вывязывать рисунок. Итак, вы можете, значит, вот мы набрали петельки, так, и вяжем по рисунку. Сделайте скриншот себе. Рисунок точно такой же, как и на полочках, на спинках. Так, просто начинаем вязать от этой точки. Вот эта часть... Это зеркальное отображение вот этой части. Просто сколько поместилось, столько я нарисовала. Если вам сложно, то нарисуйте себе продолжение этой схемы, то есть полностью зеркальное отражение вот этой половинки. Мы вяжем точно так же рисуночек. Так? Если у вас получилось больше-меньше петель, они расположатся вот в этом месте. Это у нас будет подмышечная впадинка. Вот здесь вот. Вот сколько петелек у вас остается лишних, вы их все расположите в подмышечной впадинке. Так, единственное, что четные ряды, у нас сейчас вязание будет по кругу, четные ряды провязываете все лицевыми петлями. Так, но это простой вариант. Если вы его выберете, то ваш рукавчик будет примерно схематично выглядеть так. Вот такая будет форма рукава. Так, по прямой. Я же вам предлагаю сделать более интересную форму рукава, более анатомичную. И он у нас будет выглядеть вот так вот. Это рубашечный вид рукава. Он, конечно же, должен интереснее сидеть. Хотя, конечно же, на такой мягчайшей пряже и такой рукавчик хорошо сядет. Ну, стремимся к совершенству, совершенствуем наше мастерство, поэтому пробуем делать вот такой рукав. Для того, чтобы его связать, мы, получается, будем начинать вязать от серединки, вот она наша серединка, точки поворотными рядами, сперва укороченными, вводя постепенно какое-то количество петель. Вот так вот. И потом в итоге мы сомкнем все в круг. Давайте покажу конкретно на изделии. Для начала не будем вывязывать рисунок, просто провяжем лицевыми петлями. Буквально парочку рядов. Ну, вот моя серединка. Я провяжу 5 петель влево. 1, 2, 3, 4, 5. Обниму шестую петельку, чтобы у нас между пятой и шестой не было дырочки.
разворачиваю, вяжу эти же 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше условную нашу серединку, петельку серединку, от нее подхватываю еще 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Обнимаем шестую, чтобы не было дырочки между пятой и шестой. Поворачиваем изделие. Так, вяжем наши 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это наша условная серединка. Так, вяжем следующие 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. А далее будем вводить по 4 петли. 1, 2, 3, 4. Обнимаем следующую петельку, разворачиваемся. В изнаночном ряду прибавляем 1, 2, 3, 4 с изнаночной стороны. И дальше мы уже начнем постепенно вывязывать рисуночек. То есть вот этого расстояния достаточно. Видите, у нас уже образуется окат. Вот он, буквально самое начало окатика образуется. Давайте провяжем. Вместе провяжем. Итак, 1, 2, 3, 4 прибавленные петли. Это не последние, которые мы прибавочку сделали. Далее у нас 5 петелек мы прибавляли. 1, 2, 3, 4, 5. Далее идет наша условная петелька-серединка. Кстати, можете ее маркером пометить. Может быть, вам так легче будет. Снова 5 петель идет отсчет. 1, 2, 3, 4, 5. Вот наша обнимашечка-петелька. С нее начинаем отсчет новой партии. 4 петли теперь берем. 1, 2, 3, 4. Тоже обнимаем следующую, чтобы не было дырочки. Разворачиваемся. Вот, развернулись. И теперь нам нужно уже будет вывязывать рисуночек. Получается, что мы находимся где сейчас? Давайте отсчет сделаем. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Вот наша отправная точка. Отсюда начинаем вывязывать первый ряд рисунка. Так. Получается, 6 лицевых вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше у нас 2 вместе наклон вправо. Лицевая, накид, лицевая. Это должна быть наша серединка как раз. Накид, лицевая, 2 вместе наклон влево. Так, дальше у нас идет 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот смотрите, дальше мы вводим в рисуночек 4 новых петли. Видите, вот наша петелька обнимашка. Вот 4 петельки мы сейчас добавим. Это получается 2 вместе наклон влево, лицевая, накид, ну, рисунок уже помните наизусть, да? И еще одна лицевая. Вот, мы ввели 4 петли новых. Обнимаем следующую петлю. Разворачиваемся. Ну, так как пока у нас поворотные ряды, мы вяжем в изнаночном ряду изнаночными петельками. Давайте провяжем, это долго. Вот я в изнаночном ряду провязала его до места вот нашей петельки обнимашки. Прибавляю 4 петли. 1, 2, 3, 4. Снова обвиваю следующую. Так, разворачиваюсь. Так, так, так. Вот так вот. Смотрим на рисуночки, где мы оказались с вами. 1, 2, 3, 4. Вот наша граница была, отчет последний.
Раз, два, три, четыре. Значит, мы находимся сейчас вот здесь вот. Провязываем 2 лицевые. Накид, лицевая, 2 вместе, наклон вправо. Раз, два, три, четыре. Смотрим, сходится у нас все. Сходится. 2 вместе с наклон, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе, наклон влево, накид, лицевая, 2 вместе. Так, вяжем, вяжем по рисунку, доходим до петельки обнимашки, вот она. Это будет наша новая прибавка. Раз, два, три, четыре. Вот если там идет какой-то рисуночек по схемке, только уже смотрим схемку третьего ряда, то мы вводим эти петельки. Разворачиваемся и делаем до тех пор, пока мы с вами не введем в рисунок все-все-все петли, и пока мы не дойдем до сих пор, пока наши петельки-обнимашки не окажутся вот в этом месте. А затем мы все сомкнем в круг. Все, работаем. Итак, вязали-вязали. Добавляли-добавляли петельки. И смотрите, я в изнаночном ряду дошла до того места, где вот моя была крайняя обнимашечка. Я ввела 1, 2, 3, 4 петли. И смотрите, я уже нахожусь, вот подмышечная моя впадинка и боковой шов. Видите, я уже натыкаюсь на обнимашечку с этой стороны. Между ними у меня получилось, ну сколько вот, 1, 2, 3, 4, 5 петель. У вас может быть их 6, может быть 7, да? То есть в зависимости от того, сколько у вас получилось их по периметру набрать. Теперь мы берем, значит, последнюю, захватываем петлю. Все, и с этого момента мы вяжем наш рукавчик уже исключительно по кругу. Не забывайте в четных рядах вязать все лицевыми петлями. Я думаю, это понятно. То есть вот у нас получился вот такой вот, ну, по сути, окат, да? Это вот все окат наш под рукава. Так, ну и обратите внимание еще на такой момент. На готовом рукаве вам покажу, что по схемке, смотрите, вот эта часть наклонена вправо, значит, с этой стороны, вот после этого рисуночка, вот здесь вот будет наклончик влево. То есть вот у меня серединка. Так. Вот он, наклончик у меня вправо с этой стороны, а здесь я делаю наклон влево. Если вам тяжело ориентироваться с зеркальным отображением схемки, то я вам рекомендую, ну, начертить, нарисовать себе, не поленитесь, чтобы не запутаться. Все, вяжем по кругу рукавчик. Что еще нужно знать по поводу рукавчика? Значит, когда вы будете вязать рукавчик, мы можем что сделать? Мы можем оставить его таким же широким, как в пройме, таким же широким и у манжета, да? Тогда у нас будет такая немножечко здесь складочки, присбористость, да? Но я немножечко рука все-таки заузила, и для этого я делала, смотрите, в подмышечной вот нашей впадинке, вот она, внутренняя сторона рукавчика, я делала в каждом 20-м ряду убавочки. По 2 петельки с правой и с левой стороны. Каждые 20 рядов. Если вы хотите рукавчик сделать еще более узким к манжетику, то делайте убавки, скажем, каждые 15 рядов. То есть здесь как вы пожелаете. Что касается длины рукава, то это тоже индивидуально. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рапортов я провязала. Но это изделие вяжется на женщину 175 сантиметров рост, поэтому рассчитывайте, какой у вас рост, какой вы хотите рукавчик. Хотите вы его с напуском, с небольшим, или наоборот, чтобы манжетик вот так вот прям переходил, не было никакого напуска. То есть примеряйте. Далее я сократила количество. Давайте уже подойду к рукавчику, который сейчас вяжем. Итак, вот я его слегка заузила. Смотрите, мое заужение идет по рисунку, да? Вот, заужается, заужается. И в итоге у меня оказалось 68 петель. Я померила и решила, что на мою ручку, на запястье, да на любую ручку, на вашу тоже, достаточно 48-50 петель.
То есть 68 минус 48, мне надо избавиться от 20 петель. Как это сделать? Разделим, давайте, 48 на 20, и там получится, ну, каждые 3, затем каждые 4 петли, ну, нужно будет убирать петельку. То есть как мы это сделаем? Давайте я покажу. То есть я разделила свои, вот 48 петель мне надо, чтобы осталось, я разделила их на 20, на то количество, которое надо убрать. И получается там, по-моему, что-то 3-5, что-то такое. Ну, посчитайте на калькуляторе. Ну, общий вывод-то какой, что каждые 3 петли, вот 3 петли, мне надо одну убрать. Дальше идут 4 петли, вот мне надо одну убрать. Снова беру 3 петли. Давайте сделаем вместе. Так, вот, в 3 петлях я убрала одну, теперь давайте в 4, значит, 2 провязываю обыкновенно. Снова, давайте в 3 петельках уберем одну, затем в 4. Ну и под конец, когда уже круг завершится у вас, посчитайте, сколько у вас получилось, отрегулируйте. Если что, там провяжите подряд 2 вместе или подряд без убавочек. То есть это не настолько принципиально точно. Пускай будет 50 петель у вас там. То есть тоже хороший манжетик будет. Все, вяжем по кругу, убавляем петли. Получилось 48 петель. То есть по этому принципу я и делала. Единственное, в конце, смотрите, у меня 2 раза подряд я... Ну, сделала, провязала 2 петельки вместе, чтобы уже было так же, как и на этом рукавчике. 48, значит 48. Так, дальше я вам предлагаю все петельки переснять на чулочные спицы. Да? Набор тот же самый размер. Так, итак, получается по 12 петель. Ну и давайте сразу провязывать будем резиночкой. Мы будем вязать точно такую же резиночку, как у нас внизу изделия. Связано как на горловинке. Единственное отличие будет, вот он манжетик мой первый, что ввязываться резиночка будет по кругу. Итак, первый ряд. Что мы делаем? Провязываем одну лицевую, одну изнаночную. Одну лицевую, одну изнаночную. Нетрудно. Вяжем. Первый ряд провязан. Во втором ряду. Так, самое главное, у нас четное количество петель должно быть. Я вам не сказала, 48 или 50. 49, 51 не пойдет. Так, важный момент, да, я упустила. Далее, лицевые петли мы снимаем нить за петлей. Изнаночную провязываем. Лицевую снимаем нить за петлей. Изнаночную провязываем. Сняли, провязали. Все. Повторяем первый и второй ряд до тех пор, пока вы не получите манжетик от желаемой высоты. Я провязала манжетик необходимой высоты. И теперь нам нужно его красиво и аккуратно завершить, обработать, чтобы наш краешек у манжета выглядел так же аккуратно, как набор петель. Видите, мы здесь набирали петли. На горловинке мы тоже с вами аккуратненько закрыли петельки. Ниточку я еще не убрала. Мы сейчас то же самое будем делать, только по кругу. Для этого давайте завершающие несколько рядов провяжем следующим образом. Лицевую петельку провязываем. Изнаночную снимаем. В принципе, это похоже на то, как мы вязали резинку. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Первый ряд. Провязали так один ряд. Во втором ряду мы наоборот. Лицевую снимаем нить за петелькой. Изнаночную провязываем. Лицевую снимаем нить за петлей. Изнаночную провязываем. У нас получается полая резиночка. Небольшой кусочек полой резинки. Это делается для того, чтобы край манжетика не растягивался. Еще можно это делать на спицах более тонких, чем основной размер. Я достаточно плотно это делаю, поэтому спицы не меняю. Так, все.
Затем повторим снова первый и второй ряд и будем ниточкой с иголочкой аккуратно закрывать петельки. Так. Провязали 4 рядочка. Видите, они у нас чуть-чуть отличаются от основной резиночки. Так, ниточку можно обрезать. Ну, по идее, всегда ориентируйтесь, надо 3 длины. 3 длины, но я, конечно, гораздо больше отрываю, чтобы мне хватило наверняка. Все, закончили мы вязание. Поздравляю. Ну, я закончила, потому что у меня это второй рукав. Так, вдеваем ниточку в иголочку. Давайте вместе это сделаем. Так, и вспоминаем, кто вот уже разучил, кто запомнил, как мы обрамляли с вами горловинку. Вот сейчас точно так же мы будем оформлять манжетик. Так. Ну, а давайте вот эту петлю лицевую, ниточку мы уберем вот сюда, вот заведем, подведем ее к изнаночной. Вот так вот. Вот. Эту петельку давайте пока перекинем сюда. Итак, извините, я кряхчу постоянно, недавно переболела и немножечко еще тяжело подолгу говорить. А изнаночную петлю вот так вот нам придется развернуть. Вот так сейчас для нас лежит удобно. Вот так вот неудобно. Так, ниточку вводим. Давайте напомню вам. Слева направо сперва. Так. Так. Дальше. Возвращаем ее сюда. Неудобно, потому что несколько спиц. Вводим ее. Давайте вот эту лицевую уже снимем. Вводим ее вот сюда вот в лицевую петлю. И одновременно вот в эту лицевую петлю. Так, подождите, проверю еще разочек. Да, все правильно. Так, протягиваем аккуратненько. Ох, как много спиц. Так, и снова заводим в изнаночную петлю, но уже справа налево. И протягиваем. Вот эти петельки все уже можно снять. Все 3. Сильно не затягивайте. Аккуратненько чувствуйте натяжение нити. Снова давайте вот эту изнаночную перевернем, чтобы она лежала вот этой стеночкой, правой стеночкой впереди. Слева направо протягиваем нить. Далее, вот она наша лицевая петелька, последняя, предыдущая. В нее и сразу же в следующую я вдеваю нить. Аккуратненько протягиваю. И снова захожу в изнаночную, но уже справа налево. Вот таким вот образом. Все, работаем, закрываем все петельки. Так, вот я прошла весь круг, закрыла все петельки. Видите, какая красота аккуратная получается. Так, ой, обожаю, когда аккуратненько так все изделие выглядит. У меня осталось буквально 3 петельки. Давайте их сделаем вместе и спрячем ниточку вместе. Так, 2 лицевые. Снова в изнаночную справа налево. Так, у нас осталась последняя изнаночная. Значит, я ее перевернула слева направо, ввожу. Дальше подхватываю лицевую. Смотрите, вот моя лицевая петелька, которая уже использована, задействована была в самом начале. Вот я в нее вхожу. Так, затем снова в мою изнаночную справа налево. Так, аккуратненько затягиваю. Так, ну и все. Вот. Ой, так, вот она моя ниточка. Ну и чисто интуитивно мне хочется эту ниточку завести вот сюда, вот сюда внутрь. Да? То есть это полая резиночка вот получилась у нас здесь. Вот смело выводим ее. Заодно чуть подтянем. Не сильно. Так. Все, спрятали. Можно ниточку еще чуть протянуть. В
время носки все это внутри, сами волокна, сами шерстинки затянут это все. Так, ножниц у меня под рукой нет. Ладно, не будем отвлекаться. Так, и давайте сейчас мы это сделаем вот так вот. Ой, продену ручку. Так, чаще. Ну вот так вот. Смотрите, вот такой вот рукавчик получился. Так, ну нам еще предстоит влажная обработка. Наши петельки все расправятся. Так, кашемир, махер в холодной воде, 30 градусов это максимум. В шампуне, с шампунем для волос или специальным моющим нежным средством для кашемира или махера. Замачиваем максимум минут на 10-15. Аккуратненько жулькаем, очень нежно. Выжимаем, не скручивая, даем стечь воде, а затем полотенечком промакиваем, расправляем на полотенце, сушим на полотенце. Да, вот такие деликатные вещи любят такого деликатного обращения. Ниточки все прячем. Еще один интересный момент. Давайте взвесим изделие вместе. На нем сейчас нет пуговок, ничего нет. Так. Так. Смотрим. 187 грамм. Вот. Просто вязаное изделие, без пуговок, без ничего. Касается ниточек. Так, что-то у меня весы. У меня ушло 5 вот таких вот моточков. Вот 6 остался. Даже не полные 5. Вон еще кусочек остался небольшой. Так, а что касается кашемира, у меня осталось 15 грамм. Так, а было у нас 92 грамма. 92 грамма, осталось 15. Вот посчитайте, сколько ушло кашемира. И, значит, 5 мотков махера. Махер, напомню, у нас был по 25 грамм. 25 на 5, 125 грамм ушло. Так, ну вот такие вот цифры по расходу. Ну и давайте еще раз покажу вам готовое изделие. Я уже пришила пуговки, пришила свой лейбл. Итак, горловинка, чудесная горловинка. Сама рада, что она у меня такая получилась. Первый раз делаю кардиган с круглым вырезом. Всегда V-образные делала. Так, у нас нет плечевых шовчиков. Плечико у нас со скосом связано. Со скосом. Внутри никаких утолщений. У нас нет боковых швов. Вот, у нас все единое, цельно связано. И у нас нет швов на рукавах. Рукав вязан, поэтому мы максимально сделали место это тоненьким, аккуратным. Нету шва, чтобы две плоскости соприкасались. Рукав ввязывается. Вот про это место я вам говорю. Ну и спасибо, что были со мной. Спасибо, что вязали вместе. Надеюсь, у вас все получилось и вам все было понятно. Пишите ваши комментарии. Мне будет очень приятно. Ваши пожелания и предложения также жду. Шлите ваши модельки. Если что-то очень понравится, тоже буду вязать. Все, всего вам доброго!